Губкинском открылся пришкольный лагерь. 5 отрядов третьей смены, которые называются «Детство», укомплектованы полностью. В каждом по 25 школьников, за которыми присматривают по 2 воспитателя. Смена сейчас будет работать по принципу КТД, это коллективно-творческие дела. То есть у нас каждый день будет посвящен чему-то. Например, День здоровья, День города Губкинского, День Нептуна, День сказок и так далее. То есть каждый день он посвящен чему-то. Сегодня у нас День знакомства, когда мы с ребятами знакомимся, общаемся и вот вводные такие игры. Чтобы они узнали друг друга, так как они друг друга, может, кто-то не знает, сделали нашу игру «В стране чудес». Мы разделили каждую команду по 10 человек, и они участвовали на каждой станции, где ловко себя проявляли, где шляпки делали, где очень спортивные игры, то есть ловкость, сноровка и так далее. На станции «Спортивные» дети преодолевали препятствия. На станции «Добрых дел» мастера из газет делали пилотки. В следующем пункте, который назывался «Снегурочка», мальчики и девочки коллективно составляли слова. А вот на станции «Сделай дело, гуляй смело» командам предстояло построить самую высокую башню из подручного материала. Третья смена лагеря проходит на базе 6-й школы. Торжественное открытие смены детства состоится 7 августа в 11 часов.